Давайте! 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 Выиграли, скажем, ждали эту победу. Команде спасибо, то, что пропустив гол, не расстроились, продолжали играть и добились, считаю, что заслуженная победа. Естественно, что этот Кубок Радуцан – это один из этапов подготовки к сезону. Но здесь как бы больше было определение костяка команды, задачи были на этот кубок. С кем мы будем играть в сезоне. Вот. Сама подготовка, ну, в принципе, уже началась. На этой неделе приступили к тренировкам. Вот. Ну, с составом практически определились.